Сроки отключения горячей воды можно будет сократить до 3 дней. Облегчить жизнь помогут умные технологии. Это разработки, которые позволят оптимизировать управление сетями и усовершенствовать переключение запорной арматуры. Россиянам могут запретить покупать машины, если у них нет в аренде или в собственности гаража или парковочного места. Обсуждение такой инициативы ведется в Госдуме. Это поможет разгрузить дворы и жилые зоны от большого количества транспорта. В Новом Уренгое вынесли приговор водителю, который в пьяном виде сбил несовершеннолетнюю и скрылся с места ДТП. Суд признал его виновным и приговорил к заключению в колонии общего режима сроком на 5 лет и 6 месяцев. Также его обязали выплатить маме погибшей более 1,5 миллиона рублей.